Пока одни трудились во время субботника, наводя красоту и порядок в родном городе, другие, напротив, эту самую красоту уничтожали. Посетители сквера имени 50-летия Видного, а также проезжавшие мимо автолюбители, этим утром могли увидеть последствия акта вандализма. Обращаюсь к жителям и тем, кто вольно или невольно был участником или свидетелем. Мы любой информации будем рады, потому что такое, конечно, прощать не очень хочется. Жертвой хулиганов стала буква «Н» в надписи «Я люблю Видное». Таким вот неожиданным способом неизвестные решили выразить любовь к городу. Реакция на этот инцидент местных жителей однозначна. Это варвары. Я считаю, что это свой город не надо любить, надо не любить так, чтобы вот это вот делать, то, что украшает город. Их не видишь. Кто делает, не видишь. Мало ли идиотов на белом свете. Плохие люди, которые все ломают. Надо, чтобы было бы все красиво у нас. Радовал, чтобы глаз. В прошлом году старую полуразрушенную надпись демонтировали. Новую композицию сделали из куда более крепких и долговечных материалов. Почти полгода, которые она простояла, никак не отразились на ее внешнем виде. Если бы не этот варварский поступок. Восстанавливать малую архитектурную форму придется за счет городского бюджета. Там от основания. Если бы это просто буковка или там сердечко. А так как это конструкция, которую надо все-таки сделать капитально, да, придется поработать, потратить средства. Конечно, мы хотим это сделать быстрее. Никто не собирается растягивать это на несколько месяцев. Но есть и хорошая новость. Во время субботника была обновлена надпись на центральной площади. Теперь она вновь соответствует времени года. Видная весна.